яркая и чистая кожа – это красиво. Есть множество способов удалить все лишнее, и один из самых эффективных, пожалуй, лазер. Специалисты уверяют, волосики исчезают навсегда, конечно, если пройти целый курс процедур. Чтобы манипуляции принесли вам пользу, а не вред, для начала обязательно проверьте лицензию учреждения на оказание косметологических услуг. Делать вам лазерную эпиляцию может только специалист с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат установленного гособразца, подтверждающий право проводить процедуру. Этот документ при желании вы можете проверить, что не всегда возможно у частных специалистов. Лазерная установка – это очень мощная установка. Хороший лазер не может стоять дома. Если вы взяли домашний лазер, в первую очередь, что сделает производитель, это обезопасит себя от каких-то побочных явлений. Значит, вы возьмете установку, которая просто будет малоэффективна, вы выбросите деньги на ветер. Вот признаки правильного кабинета для лазерной эпиляции. В помещении есть огнетушитель и вытяжка, а дверь на время процедуры обязательно запирается, чтобы не навредить случайно зашедшему человеку. Окна и зеркала, если они есть, закрываются. Во время эпиляции вам обязательно должны выдать специальные очки. Вид лазера доктор выбирает только в зависимости от ваших индивидуальных данных. Для лазерной эпиляции используется лазер на основе александрита. Он идет у нас, у него точка приложения пигмент. Самое главное, световая энергия идет на пигмент, и в коже преобразуется в тепловую энергию. И за счет этого у нас сжигается ростковая часть волоса. Александритовый лучше воздействует на темные волосы, на светлой коже. С тоном потемнее справится неодимовый лазер. Он воздействует на сосудистый компонент, проникает глубже в ростковую зону. Солидные клиники используют современное оборудование, которое совмещает в себе несколько видов лазера сразу. А в небольших, специализирующихся на эпиляции учреждениях, чаще всего делают процедуру диодными лазерами. Считается, что меньше побочных эффектов, так как еще они широко не используются и очень долго, поэтому таких, сказать, наработок по эффективности большой я пока не нашла. На сегодняшний день самые эффективные лазеры – это все-таки александритовый и неодимовый для именно лазерной эпиляции. Если вы проверили все документы, удостоверились в надежности клиники, стоит ответственно подойти к самой процедуре. Нарушение некоторых правил может быть небезопасным. Например, нельзя до процедуры удалять волосы другим способом. Так повреждается корень. Перед началом курса лучше сдать анализы и пройти обследование, поскольку у лазерной эпиляции есть противопоказания. И, конечно, до и после посещения специалиста нельзя загорать, так что зима – самое удобное время для начала курса. Главное не забывать о безопасности, и тогда в пляжный сезон получится войти красиво и без потерь. Не считая, конечно, лишних волосков.